Главная интрига «Славянского базара» разрешится уже сегодня вечером. По итогам второго дня финала станет известен победитель международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018». В первый день выступления нашего Евгения Курчича жюри оценило в 77 баллов. Это высшая оценка. А пока конкурсанты готовятся к выступлению на форуме, бурлят спортивные страсти. На связи со студией Марина Романовская. Марина, что за марафон сегодня проходит в фестивальном Витебске? Добрый день, Людмила! Сегодня в Витебске проходит славянский забег. Он объединил тысячи любителей бега. Самые юные участники, им по 5 лет, бегут 300 метров, а вот многие взрослые преодолевают 21 километр. Активно поддерживают славянский забег и люди с ограниченными возможностями. Побить свой личный рекорд планирует и Алексей Талай. Он впервые преодолевает полумарафонскую дистанцию. Шикарная погода, и можно только радоваться. Я буду своей энергетикой всех поддерживать, всех, кто будет рядом. И думаю, у нас все получится. Стартуют и финишируют участники забега на главной площади Витебска. Маршрут пролегает по центру города. В этом году в забеге участвуют 3000 человек. Чтобы стать частью большого спортивного праздника, многие преодолели путь в сотни километров. Я бегу полумарафон. До этого у себя на родине, в России, достаточно долго занимался. Много пробегов имею. Очень интересно. Посмотрите, сколько в этом году приехало любителей бега. Это замечательно. Своя группа поддержки есть и у участников международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018». Поболеть за Евгения Курчича приехали и его студенты. Евгений преподает в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Крик птицы в исполнении белорусского участника жюри оценило в 77 баллов, столько же у Польши и Казахстана. И это лучший результат первого дня финала. Это круто поработать с оркестром. Это дорогого стоит, правда. Для меня очень важно достойно представить страну. Вечером конкурсанты споют фестивальный хит. Евгений Курчич исполнит песню из репертуара группы «Аэросмит». Витебск не спит всю неделю. Сегодня очередной ночной концерт. На сцене летнего амфитеатра впервые выступит Тимати. Людмила, фестивальный Витебск передает вам слово. Спасибо, Марина. Сегодня в Витебске разрешится интрига конкурса исполнителей эстрадной песни.